Ну, вы должны знать мою позицию. Она неизменна. Давайте будем жить дружно, сохраним страну, а мы ее сохраним. Мы ее сохраним, чего бы это нам ни стоило. Не для меня и не для него. Это уже для внуков, даже не для детей, уже дети наши выросли. Для внуков надо. Вот для чего. И это моя главная задача. Все будете решать вы. Обещаю вам, все будете решать вы. Никому не верьте, что Лукашенко там конституцию под себя делает. Слушайте, под себя. И второе, я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда. И не потому, что я уцепился за власть. Отвечаю всем на главный вопрос. Не потому, а потому, что я знаю, что будет с ним. Хорошо, что время прошло, и люди увидели, кто рвался к этой власти.